Мы продолжаем нашу историю о моей скромной биографии, которую мы остановили на самом интересном месте, связанном с постройкой старого дома и постройкой нового дома из старого, то есть достраиванием и перестраиванием. И, собственно, сейчас мы находимся именно в этом процессе, и он действительно доставляет много удовольствия, потому что всегда есть простор для творчества, и какие-то новые материалы появляются, и можно уже даже новую ванную комнату сделать немножко по-другому и с какими-то вещами. Но это уже последняя фаза, и надеюсь, что мы уже этот дом доделаем вот в этом году, через месяц-другой, и это будет дом, который будет служить нам много лет. Это дом для нас двоих, там будет нам вдвоем комфортно и удобно. Значит, это то, что касается таких биографических данных, не углубляясь сильно в душевные стороны. Тут я вот что хочу сказать, что как-то я всегда пыталась все осмысливать, уж такая я уродилась, пыталась осмысливать, что я, кто я, что люди вокруг меня, как вот ученый, например, да, у него рождается какая-то мысль, он начинает ее обдумывать, и он ее преподносит, и так, и сяк. И мне этот процесс был страшно интересен. То есть мои годы обучения в аспирантуре, это были вообще такие яркие годы жизни, где я познала очень много вот самосовершенствования, удовлетворения от своей работы, когда ты копаешь, вдруг у тебя осеняет какая-то мысль, и это совершенно невероятное блаженство, что вот ты как-то логически чего-то добился, это совершенно непередаваемый восторг. В те годы моя дочка была маленькая еще, и я ей старалась внушить вот это получение удовольствия, когда ты что-то долго копаешь, анализируешь, перерабатываешь, и вдруг у тебя появляется какая-то мысль, и это действительно блаженство. И сейчас я вижу, что, в общем-то, это все было сделано не напрасно, и действительно она получает удовольствие от своей работы. Вот, ну что же еще, да, значит, вот сейчас я на данный момент занимаюсь бухгалтерской работой по школе, у меня двое внуков, и вот сегодня я как раз должна забирать старшую внучку с ее секции, я должна ей приготовить еду, которую мы не очень едим, вот я должна ей что-то особое приготовить, ну, собственно, чем я сейчас и занимаюсь, езжу по магазинам, покупаю все, что необходимо, вот. И, значит, в свободное от основной работы время я занимаюсь, опять же, познанием себя. Я беру классы по системно-векторной психологии Юрия Бурлана. У меня еще не сложилось полного впечатления, еще курс не закончился. Но, во всяком случае, это некоторая система, которая позволяет как-то поглубже изучить себя, изучить своих детей, изучить людей вокруг и принимать какие-то более осознанные решения. К сожалению, будучи вот изнутри самой педагогики, я понимаю, что те методики, которые существуют по развитию детей, они так сложно переносимы на другие условия. Какие-то учителя, новаторы что-то создают, какие-то методики, они, к сожалению, очень сложно переносимы. Дети все разные, люди все разные, прошлый опыт у всех разный, и, собственно, поэтому они не находят такого широкого применения. Вот, поэтому каждый родитель фактически один на один со своим ребенком, и, конечно, это большая проблема, если родитель не думает о том, что нужно думать, о том, как воспитывать ребенка. Вот это, пожалуй, самая главная проблема. Если человек хотя бы задумается, а что я должен делать, а что из себя представляет мой ребенок, а как мне его воспитывать, это уже первый шаг к тому, чтобы у человека начались какие-то мысли по этому поводу, чтобы он пошел что-то читать, чтобы он пошел что-то изучать. И у него появится какой-то наработанный материал, у него что-то появится. К сожалению, очень многие люди подходят к воспитанию детей, растет и растет, и лишь бы был накормлен, одет хорошо, да, чтобы было это у него телефон не хуже, чем у других, все такое крутое, растопыренное, и этого достаточно, но, к сожалению, нет. И вот я хочу сказать, что мы уже здесь живем довольно давно в эмиграции, наблюдаем за бывшим Советским Союзом издалека,
И, к сожалению, я должна сказать, что 90-е годы нанесли огромный урон морали и нравственности людей. И сегодня то поколение, которое было тогда маленьким или только родилось в 90-е годы, они сегодня становятся сами родителями, не имея ни малейшего представления, может быть, о той базе, которая существовала до того. Сейчас школы перестали заниматься воспитанием детей. Я не хочу сказать, что нравственная система и идеология были хорошие тогда отнюдь. Но они была хоть какая-то система, хоть какая-то нравственность и мораль. И сегодня в обществе среди молодежи она просто отсутствует. Стоит только посмотреть те видео, которые выкладывают школьники, жестокие, безжалостные, как они издеваются над своими соучениками, как они вымогают у них деньги, как они относятся к учителям. И, в общем, все это чудовищно. В наше время даже нельзя было себе представить, что такое может быть. Если бы кто-то поступил хотя бы таким образом, это стало более-менее где-то известно, этого бы человека моментально исключили бы из школы, не было бы такого. А сегодня это позволительно все. Сегодня, в общем, есть школы привилегированные, где родители платят большие деньги, где детей привозят в школу на машинах. И, в общем, папин кошелек является хорошим аргументом в, как бы, в значимости того или иного ученика и соответствующим отношением к нему учителей. Все это очень печально. Выросло целое поколение взрослых людей, молодых людей, которые таким же образом будут воспитывать своих детей. И, в общем, это все очень непонятно, как из этого клубка выкрутиться. Да? То есть это как у нас это называется catch-22, да, это такой цикл замкнутый, из которого нельзя выкрутиться. Это кольцо. Не могут люди, не обладающие достаточной нравственностью, воспитать нравственное поколение. Оно должно быть где-то разорвано. Если воспитатель в детском саду кричит на ребенка и обижает его, задевает его самолюбие, не понимая, что наносит огромный вред этому ребенку, то этот ребенок, вырастая, перенимает точно такие же стереотипы поведения и получает удовольствие, унижая других людей. Мы об этом уже говорили на канале. Я просто кратенько, вот мысль пошла в эту сторону и кратенько об этом. Ну, я думаю, что на этом можно репортаж закончить, такой, связанный с нашей биографией. А дальше мы вернемся к каким-то более таким детальным аспектам. Может быть, появятся какие-то еще вопросы, связанные и с воспитанием детей, и с семьей, и так далее. Вот, спасибо вам большое за внимание. Очень тронута вашей поддержкой. Спасибо вам огромное. Вы себе не представляете, как много это для меня значит. Спасибо. До свидания.